Вот, ребята, я в автосалоне BMW. Новая BMW 4 серии. Так, тут мелко написано. Такой вот фиолетовый цвет. Двухдверочка, купе. Салон на белой коже. Мне кажется, они за китайскими электромобилями повторять стали. Черный потолок. Что? Белый салон. Плавник на крыше. Диски. Диски 18-й, Bridgestone. Или 20-й. О! Шильдик какой. 420. Чтобы все видели. 420i. Ой, сейчас любители BMW вообще залайкают, наверное, скажут, ничего себе, вот это аппарат. Так, пойдем дальше. У меня же прайс есть на все BMW. Так. Сколько же это BMW-то стоит, X4? Чуть попозже скажу. Вот, пожалуйста, новая BMW. Это у нас X6, по-моему. Да, X6. X6. Цена 65 миллионов тенге. Кому интересно, цена в рублях, делим на 6. Также подписываемся на канал. Это будет меня мотивировать. Ну, ставим лайки. Это лайки обязательно. Кто не поставит, тот злодей. Лайки меня просто будут мотивировать, ребята. И ваша подписочка. Да, по-моему, в М-пакете она. 65 миллионов тенге. BMW вообще строгий аппарат. Перский автомобиль. X6. 65 миллионов тенге. Кому интересно, в рублях делим на 6 ориентировочно. Курс прыгает, не могу точно сказать. Он может быть 5,5, может быть 5,8, может быть 6. У нас-то в Казахстане одинаково, как поставили, так и есть. О, шильдик. Ага. X6 в черном цвете. Ну, это может даже чуть подороже. Ребята, специально вернулся к этой красотке BMW 4 серии. Стоимость данного автомобиля 39 миллионов 600 тысяч тенге. В рублях делим на 6. 39 миллионов 600 тысяч тенге. Так, вернемся. Что у нас тут? Черный X6. В М-пакете, скорее всего. Вот, смотрите. Шильдик какой тут модный. Он дороже будет, чем вот этот. Да-да. Вот еще фары вот эти вот модные, современные. А, клиренс. Черный потолок, панорама, плавник, ребятки. Вот они, автомобили все в наличии. Там X5, X6, там 4 серии. Где у нас X7? Так вот он. А какая у нас цена? Ага. Так.
не могу понять, какая у него цена. Это с пробегом, по-моему. Новый был 63 500, а нет. Это пробежный. По-моему, 1 060 000 он стоит. Дерзкий черный. Вот такие вот дерзкие черные диски. Автомобиль есть. Вот, ребятки, АИКС. В прайсе. Что тут у меня вот? Не могу быстро искать цену сейчас пока. А вот АИКС 21 года, он 47 миллионов тенге. Цена в рублях, делим на 6. В принципе, как космический корабль. Внутри здесь вот так вот модно. Ручки. Ну, я бы, если честно, купил бы нового китайца. Я уже видео снял. Скоро покажу всем. Или уже посмотрю. Вот для деток маленьких. И вот такой. Мимо этого аппарата тоже не пройду. Ну, он, конечно, не продается. Но он есть. Скажите, пожалуйста, новый сколько X5? Вот это 57. 57 миллионов. Вот X5. Тут ребята отошли, я быстренько. А то все смотрят в М-пакете. Вот так вот. Новый. Вот этот вот весь ряд получается новых. X5 в наличии. X6, 2 X6 и вот 4 серии. А вот это вот бушка. Ну, год-два где-то. X7, X6. X5. Ну, выглядят все как новые, намытые, набритые. Это же с виду вообще визуально почти не отличить. Какой новый, какой не новый. Вот так вот, ребята. Вот в цвете, в модном BMW-шном. Плавник, диски. Диски вообще дерзкие. Да, новый BMW. Получается, 2 X5 новых на кирпичном вот салоне. 2 X6. BMW 4 серия. Просто люди разбирают. Как бы это. А вот на шильдик смотрим. В пакете. Мне вот это вот понравилось. Четверка. Новенькая, дерзкая. Вот, получается. Полный новый ряд. Четверка. X6 красный. X6 черный. И X5 тут зеленый. В ценах, чтобы не запутаться. В самом начале вот у менеджера переспрашивал. Говорил. Ну вот этот космический корабль, он тоже как бы глушка с пробегом маленьким, там всего 3500. Кружану, потому что многие ребята любят BMW больше, чем Toyota и Mercedes и Lexus. Так что специально